Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете. Стихи поэтессы Ларисы Михновича. Композиция называется «Мужчины». Музыка исполнения самого Фрумовича из цикла «Шишек поэзия». Мужчины. В восторгах плети не для вас приходят мне старинные картины, ваши правдивы без прикрас, мальчишки, мальчики, мужчины, вы праздники, вы тайны. Вы страшная растрата просто будни, вы пламя вагония огня, мелодия печали с грустнувшей лютни, вы праздники, вы таинство вина. Вы страшная растрата просто будни, вы пламя в огне огня, мелодия печаль с грустнувшей лютни, таланты, сошедшие с картин, вы на коленях у светлой блудницы. Композиция «Экспромт», мужчины, стихи, Ларисы Михновича.